Ставна. Место называется «Пять звезд». Частная охраняемая территория. Тут но все пусто. Сюда едут. Очень много народу едет сюда почему-то. И мы туда же. За всеми. Стоянка, вон она. Парк. Запрещено там все. Все запрещено. Парк, бутылка звезд. Там нарисована. Запрещено. Пить, гулять. Ребята, тут это... Какое ты сказала, поехали? Мы поедем дальше. Да назад мы поедем, туда, к себе. Домой. Ну, назад поедем, конечно. Там, вот сюда. Не понимаю, зачем мы собрались. Ну, я хочу на мост. Саша, и ты даже мосты. Не понимаешь. Я понимаю. Если бы здесь собирались гостевые дома. Сидеть. Но мы сидеть не будем. Кто в мороз сидит? Ну, там мы хотели посидеть. Вот парк звезд. А хотите, мы, Саша, богатенький Буратино, вот сходим в парк звезд, в ресторан, видите, девчонки, ресторан. Мы вас привезли в ресторан. Зачем мы будем есть свои тормозки? Встать негде. Машина Саша, много. Мы стоять не будем. А мы проедем по территории, посмотрим. Ну, сейчас, ладно. Все сейчас посмотрим, ладно, можем подышать нас. Чуть-чуть. Мне сейчас надо все снять раз. Я здесь была, они здесь, дальше нам надо туда, туда. Вперед. Видишь, тут а такие дырки. А там где-нибудь сейчас проедем. Вот уже сколько машин. Там тоже. Да здесь коттеджи стоят эти. Да, Коля сказал прямо, вон, едьте, снимаю едьте. Вот эту фигню. А что это такое? Не знаю. Фу. Водопад не тут. Водопад? Ну потом покажешь. Вон карта, надо смотреть, видишь, там парк здесь. Так. Все, нам надо тут, люди тут селфи сделать. Люди отдыхают, может, катаются на лыжах. Да. На лыжах и все. Классно. И бабушку все. Шикарно. Сейчас мы сюда вот заедем. Угу. Сюда? Да не сюда, мы сейчас... Угу. Все, я разворачиваюсь, мы уезжаем. Не-не-не-не-не, я не Люда. Туда приехала. Какой-то красивый тут и лес. И не понять, что здесь такое. Как интересно. Какое большое здесь озеро. Там какой-то водопад, наверное. Ой, как красиво. Ну, люди вот ждут, смотри, вон люди. Здесь и мангал. Пожалуйста, можно все делать. Вот, смотри, вот потом мы вот сюда надо нам идти, идем. Попросить отъехать. Парк пяти звезд. Вот они мы. И мы идем. Ой, как вкусно пахнет здесь. Видишь, разрешается, наверное, хорошо. Показано, что здесь есть горка. Вот такие качели. Там фонарики такие, качели, горка и пляж. Так это совсем рядом с нашим домом. Тут маленькие, смотри, какие хорошенькие, уютненькие домики. Здесь даже питьевая водичка. Ну, видишь, как красиво, да? Здесь все идут, все посыпано. Смотри, как хорошо. Ой, супер! Это надо наших девчонок сюда привезти. Парк звезд. Смотри, как. Вон там гора какая, смотри. А это мостик такой. Ой, какая красота. Ой, как здорово, да? Смотри, они на этих подружках ездят. Как эти, как китайцы маленькие. Ну, смотри, ступенечки здесь. О, так, не навернуться бы нам. Как интересно. Какая гора. Ты не хочешь меня подкатить? Я не хочу, мы туда не пойдем. На эту гору. Отсюда снимай. Ага. А туда нечего ходить. Чего мы будем по кругу ходить? Не, я пойду по лестнике. Мы поедем туда. По лестнике пойду. Иди ко мне. Так, вот, сейчас с высоты. Иди сейчас сниму. Не, я туда пойду, вон там, посмотрю дальше. Мне надо на в лес, где лес, там же ж интересно. Пошли. Нет, вон там же саночки, ватрушечки.
А тут, наверное, их можно и купить даже. Не купить, в смысле, выдают их или нет. Угу. Смотри, куда мы пришли. Какая красота! Какая же... Супер! Это на горку дорога. Да. Это вот я и хотела. Вот это Вика, Коля и снимали они вот это все. И что? Вон вода. Холодная вода. Смотри, как здесь красиво. Это, наверное, для свадьбы сделано. Смотри. Хочешь, пойдем поженимся еще разок? Смотри. Красиво. Ну, смотри, гамак даже можно покачаться. Это специально для съемок. Ой, как блестит все красиво. Пойдем к артисткам. Можешь отвечать, можешь нет. Угу. Поехали. Ответь ты им. Да, пусть, что мне. Я приехала в такую... А я не знала, что они запостовку мне устроят. Сейчас я их там высажу и поеду домой обратно. Стоп. Ой, как мне нравится, какая энергетика. Как здесь хорошо. Все, пошли назад. Не, я не пойду назад. Я вон еще то не сняла. Ты что? Я не буду у них идти на поводу. Я приехала и все. Нехрен брать тогда. Тихо. Поехали. Я снимаю приедем. Видео. Не надо слушай, ничего говорить. Внимательно. Приедем вдвоем и будем снимать сколько хоть целый день. Я сюда не приеду теперь, мне некогда. Так, пойду вон то снимать. Уступай дорогу. Так, ну, с маленькими детьми даже. Какие места красивые. Здесь какой лес. Вон горка, видишь, вон там они ездят. Ой, как они там. Классно. Все, я приглашаю Пашу со всей семьей сюда. Приглашаю. Саш, а это для чего веранда? Подожди, ну я ж не до конца закончила. Люд, все, я ухожу. Иди. Я пошел. Иди. На телефон. Не надо мне телефон. Вали. Красиво. Какая площадочка. Только снег на крыше. Так. Красота какая. Угу. Сколько народу. Угу. Красота какая, Господи. Как здесь хорошо. Будем сюда приезжать. Мангальчики. Пожалуйста, столики. Хорошо. А здесь озеро. А, ну вот лампочки, которые вещи. Угу. Ой, ребеночек, как ему интересно здесь. Хорошо, молодец. Устроился как. Да вообще супер. Красиво как. Так, а здесь ступенечки такие. Вот сюда. Можно пройти туда по этим ступенечкам. Это уже ближе к озеру. Вода. Так. Куда народ, туда и я. Вот туда я пойду сейчас. Только бы батарейка не закончилась бы. Нет. Здесь пройти. Все накатались, все довольны. Все накатались. Все снимаю. Как интересно здесь, мне нравится. Угу. А то по кладбищам бегают по всяким. Вон там. Красота какая. Угу. Там гора, что ли, такая? Ой-ой-ой. Какая горка. Вот. Куда я и пришла. Самое интересное, какие веревочки здесь, какой-то стол, какие-то эти штучечки. Непонятно, что это такое. Тут, господи, там даже очередь какая-то на эту горку. Ё-моё.
Веревочный парк. Веревочный парк. И что тут? Люди там кушают. Так, посмотрим, что это такое здесь. Так, все идут наверх. Они уже, наверное, прокатились. Ой-ой-ой, какие горки. Ой-ой-ой. Давай быстрее. Парк звезд. Тут близко, да? Все, накормят. Что, вообще поехали? Хорошо. Ой, пролетает. Ужас какой. Ой-ой-ой, а это же высоко. Это, о, какие горы здесь. Никто там. Вон там они. Сейчас будут ехать, сейчас я их сниму. Ну и где вы там? Вперед? Едут. Интересно. Поехали. Народу много на эту горку. А для чего здесь вот это вот? Может, какой-нибудь зверек сидит? Угу. А здесь скользко. Так. Столько народу. Вот эта гора. Эта гора такая. Хоть бы не заблудиться. Классно. А, эти можно брать здесь. Их дают здесь. Пытаться. Ну как, их класс? Вот такая очередь. Пойду я вниз здесь смотреть, там дед уже ждет. Угу. Ой, какая очередь. Тут по очереди все. Здорово. Так, а тут такие... Можно брать эти штучки. Так, ну получается влево идем, раз на большую горку. Так, еще и большая горка. А скажите еще раз так, как вы говорили. Всем так, интересно. Влево. А это же платная услуга. Да, мне вас расскажу. Так, кто на маленькую горку с правой стороны примите, пожалуйста. Остальные все по левой стороне проходят. Скажите, пожалуйста, а эти на прокат берутся или как там? Когда как? Не, ну как вот, я захочу прокатиться, я где возьму? Вот, куплю вот эту штуку, и оно платное это? Ну, катание. Все зависит от вашей совести. Если захотите, вы заплатите. Если нет, так берете и катаетесь. А, ну просто берешь, то есть. Все, ну, понятно, мы первый раз, поэтому... Все для вас, пожалуйста, спасибо. Лишь бы вы улыбались. Спасибо. С праздниками вас. Вас, всех праздниками. Благ, счастья, здоровья, благополучия. Спасибо большое. Любви, успехов. И вам тоже побольше удачи. Побольше детей и внуков. Спасибо. Спасибо. И вам. Всего хорошего, всего хорошего. Ой, сколько народу. Отлично. Это еще и большая гора здесь есть. Ой, вон, смотрите-ка, что. Вон там большая гора. Еще на большую гору. Хорошо. Классно. Хоть бы не заблудиться тут. Лесенки зачем-то. Все, я, наверное, буду выходить. А здесь какой-то ледяной столб. Вон там еще горка. А вечером? Красиво. Супер. Во куда я попала. Мы. О, весим эти веревочки. Все. Это Диснейленд. Мне уже рука замерзла. Во, я к елке пришла. Такая. Мы берем его с собой. Елка, лес, огонечки, люди. Красиво. Детки? Да. Как красиво. Надо позвать своих. Christmas, just a Christmas without the one you love. New Year's, just a new year.
танцевать, это ж танц пол. Ну тут домики у нас, пожалуйста. Ах, как хорошо. Супер. Ну что ж, пойду дальше. Я уже иду обратно. Ой. Угу. Какой хороший лес. Угу. Красиво. Удивительно, как хорошо здесь. Все. Я в пути. Так. Вон там озеро. Тут я уже была, шла. Везде фонарики, лампочки горят. Ну, это будет вечером, а сейчас пока нормально. Отлично. Угу. Все не обойдешь. Классно. Ну что ж, я уже почти на выходе. Здесь идти скользко. Надо идти вот здесь. Здесь не очень скользко. Ой, как хорошо. Вот такие везде навесы. Если не погода, можно спрятаться. А там Теренкур, дорожка. Вокруг всего озера тоже классно. Ой, сколько они тащат этих своих подружек. Ой, так, что еще тут? Ого. Угу. Сейчас я уже ухожу, рука моя совсем замерзла. Сейчас я возьму другую руку и буду снимать дальше, пока камера не снимает. Чего ты делаешь? Катаются. Угу. Здесь я уже была. Это я уже снимала. Все, камерой не ложим. Так, люди ездят кверху ногами как-нибудь. Ой, я другой рукой уже снимаю. Не умею левой рукой, просто держу камеру. День такой хороший, солнечный. Мостик. Я выхожу. Горка. Парк. Парк. Парк 5 звезд. Парк звезд. И здесь будут фонарики. Вот все освещается. Какие елки здесь. Какие здесь деревья. Классное озеро. Люди ходят по озеру даже. Но мне туда не надо. Мы сейчас едем обратно в какую-нибудь берлогу свою. Угу. Классно. Все снимают. Ага. Угу. Угу. Так, хорошо. Классно. Так. Так. Ой. Много. Ой, супер. Только мне немножко скользко. А это маленькая, наверное, горка. Пилики красивые. Угу. Супер. Супер-пупер. Так. Угу. Ишь ты, как он. Ну-ка. По-пластунски дает, а? Детеныш, что ты делаешь? Ну-ка. Ползает по озеру. Да это очень интересно. Очень красиво. Ну что ж, выхожу. Классно. Здрасте.
Скажи, пожалуйста, а если вот здесь же приезжают, можно и на ночь оставаться, Конечно, да? А сколько номер стоит? Ой, я не знаю. Я приехал... Отдохнуть? Да, вот просто так. А, ну ясно. Просто, потому что, может, наши какие москвичи приедут, чтобы знать, если что. Да, тут можно заказать и жить. Ага, хорошо. Так, это у нас здесь... кухня. Там камин горит. Привет. Хорошо. Красиво. Не скажете, если вот домик заказать и на ночь остаться, сколько сутки стоит? Не знаю, мы беседку снимали. Домик не знаю. А, беседку снимаете, да? А сколько беседка? Беседка стоит 13 тысяч. 13 тысяч на сколько? У нас 16 человек. На 16 человек на сутки? Ну, с 11 до 11, на 12 часов. На 12 часов 13 тысяч, и это по человеку или как? Или вообще? Честно просто? Говоря, не знаю, нам сказали 13 тысяч на 16 человек. Ой, я, извините, отвела камеру. На 16 человек? На 16 у вас, вот. И все, ну ладно, спасибо. А сам домик снять? А домик не знаю, сколько снять. Ну ладно, домик, наверное, дороже. Ну ладно, интересно, спасибо большое. Ой, как хорошо. Так, куда что мне дальше податься-то? По человекам считать. Ну ладно, пойду выходить. Вон там, где-то мы проезжали, наверное. Я уже сейчас заблужусь. Так, интересно. 13 тысяч на 16 человек на сутки. Сутки, интересно. Надо почитать прескуранты. Здесь же где-то везде что-то написано было. Кафе, меню. Это понятно. Вот. Ой, рука совсем замерзла. Так, пойду вон там сейчас сниму. Быстренько вот это вот. И выключу эту камеру уже. Ну-ка. Так, что тут такое? Сейчас посмотрю. Угу. Все удобства здесь есть. Так. Значит, так. Тут не веранда. Тут беседка есть. Дом. Администрация. Все есть. Так. Хорошо. А. Вот и мы. Стоят. Ага. Пишите. Приезжайте. Угу. Классно. Классно. Привет. Привет. Классно, красота какая-то. Я просто гляну и все, чтоб... Ну, давай, все. Просьба по водопаду не лазить. Вот так вот. Блин. Угу. Мне капрелу посмотрела? Там, Саш, кушают люди. Понятно. А у них снимают эти... На сутки 16 человек, например, 13 тысяч они сняли беседку, а еще номера можно снимать. А народу на горку? Саш, а народу на горку? Там очередь, и там такой симпатичный не русский. 600 рублей стоит. Нет, сказал бесплатно. Если вы хотите что-то дать, дайте. Бесплатно. А что, 600 рублей нарисовано? Там такие горы, так красивое ограждение, дети на ватрушках ездят. И взрослые, ой, какая, Саш, ты жалко чего? Туда не дошел. Там играет музыка, маленькая веранда. А тогда уже вас бы арестовали. Нет. Точно, оштрафовали. И так 15 минут парень ждал. Чего, уже на дороге стали? Слушайте, если в Козьих Горах снять на ватрушку, как пытается от дерева стучаться, вылезу, куда тебе надо. Вот сюда мне надо. Как техника безопасности. Вот сюда мне надо. Это все не ерунда. Здесь весь город. Здесь ну только... Ну что, город догадный. Весь а город я что, мотели не видал? Что у меня здесь? Какая разница? Раз. Господи. У нас на той горе. Ты если что снимешь, там озеро, что, выложишь, что там гора? Ты не видела здесь сколько всего интересного бесплатно. Для детей? И канаты, платно, да. и всякие. Тут нет, богатые люди, ничего конечно, не платно, конечно. Все бесплатно. Ну как бесплатно? Бесплатно все. Ну я же это... в интернет залезла, там все платно. Все бесплатно. Я же спросила. Тут служители стоят, я у всех все спросила. Если номер...